В наше время деньги уже не имеют такого первостепенного значения, ну, такой притягательной силы, как раньше. Конечно, да? Конечно. Вот мне даже кажется, что если сегодня кто-то из окна своей квартиры днем выбросит много денег. Сегодня? Да. Где? Ну, я говорю, предположим. Выбросит много денег. Конечно, конечно. Ну, вот так, если вот так вот и из кармана берет вот так и в окно раз и выбрасывает. Ну, у кого много лишних, да? Ну, а лишний чего же не выбросить? Ничего не выбросит лишний. Так вот и из другого кармана так достает и так мелочь. Раз и выбрасывает. И уже никто не... Я говорю, куда пошла. Я говорю, никто не бросится подбирать эти деньги. Конечно, конечно. Но если только кто-нибудь один... Из тысячи. Да, чтобы вернуть. Да. Ну, а остальные никогда. Хотя, к сожалению, еще попадаются среди нас. С вами. Среди нас с вами, к сожалению, еще попадаются. К сожалению, иногда только попадаются. А часто не попадаются. Прошу всех встать. Суд идет. Гражданка Коркина. Не виновата я. Да прекратите, Коркина. Чего вы комедию ломаете, как в театре? Вы признайтесь, вам легче станет. Да ничего, спасибо. Что спасибо? Что-то. Вы признайтесь, вам легче станет. Ничего, спасибо, мне так хорошо. Да? У вас при обыске нашли миллион. Откуда он у вас? Подложил кто-нибудь. Кто? Кто это в наше время может подложить миллион? Что вы такое говорите? Да сейчас такую гадость кто угодно может устроить. Да нет, ваш. Да ваш это миллион. Он собака вас признала. Ей дали понюхать, она сразу к вам. Ой, признала. Я ее первый раз вижу. У меня он сама на деньги, знаете, какое чутье? А то как, дай понюхать, и не сразу скажу чьи, а тут собака. Да что она в деньгах понимает? Да? Да. На каждой купюре отпечатки ваших пальцев. А это неопровержимая улика. Честно, не мой миллион. Да? А что мы все об одном и том же, а? Давайте о чем-нибудь другом, а? Хорошо. Вызовите свидетельницу. Клянитесь, говорите... Правду, только правду. Что вы можете сказать по этому делу? Все могу сказать. Конкретно? Могу сказать и конкретно все. Воруют. Вот. А еще конкретнее? Еще конкретнее. Вот утром встала за прилавок. Да. Губы накрасила, на секунду отвернулась. Прилавка нет. Как прилавок? Ну ладно, оставим прилавок. Вы вот эту женщину знаете? Ну как же, Валя Коркина? Вот. Валь, ты как хочешь, я им все скажу. Ага. Мне вот Николай давно говорил, не вяжи с ней. А мне, Валь, самой охота честно пожить. Правильно. Я ее первый раз вижу. Как первый раз? Нет, что? Вы же вот только что. Ну, иногда мы встречались. Нет, вы только что. Ну, иногда мы встречались. Зайдешь к ней раз в месяц. Вот зачем? Просто так. Нет, зачем? Просто так. Она говорит, совести у тебя нет. Я тебя на такую работу устроила, и месяц в 3 раза больше, чем оклад. Интересно, это каким же образом? Она говорит. Я говорю, Валь, ну где в 3 раза? Она свое, клади миллион. Взятку требует. Она говорит. Я говорю, откуда она опять свое? Взятку требует. Она говорит. Я говорю, подожди, вот попадешь на хорошему судье, он тебя покажет. Она говорит, все равно клади миллион. Да я за такие деньги 2 недели работаю. Она говорит, я говорю, хороший судья за такие деньги 2 недели работает. Она говорит, ты не судья, клади миллион, а то уволю. Вымогательство. Она говорит, я говорю, ой, вымогательница ты, на, подавись своими деньгами. Че, я себе еще не добуду, да? Ну зачем вот это, на, зачем вы это делаете? Вы же ее поощряете. Вот отсюда все зло идет. Вот говорю, поощряю тебя, поощряю, а тебя все равно зло идет. Все, идите. Ну, что, Коркина, что вы на это скажете? Врет все, себя выгораживает. Как же это врет-то? Ну что же, все вокруг врут. Одна вы безвинная. Одна. Да и то вот замели. Замели, выроженцы же у вас, а?
Вызовите представителя организации. Гражданка Бухалкина. Следствием неопровержимо доказано, что ваша сотрудница Коркина занималась хищениями, взяточеством, махинацией. Безобразие! Злоупотребляла служебным положением. Позор! Да вы не перебивайте меня. На квартире... Позор! В голове как не клад, товарищ судья! Я говорю на квартире... Срамота! Я говорю прямо на... откажешься верить! Я говорю на квартире при обыске. У нее обнаружили крупную сумму денег. 1 000 000 рублей! Че, Валь? Совсем уже, да? А вот интересно знать, какую характеристику дает Коркиный коллектив. Валь, ты что думала? Тебе все можно, да? Да. Тебе все позволено, да, ошибаешься, Валь. Валь. Ты первый раз попал, что тебе какую характеристику дали? Вот тебе такую характеристику дали, ты орден получить не стыдно. Ты второй раз попалась. Вот тебе какую характеристику дали? Вот тебе такую характеристику дали, ты в пятерочку не стыдно устроиться работать. Ты в третий раз попалась. Валь, что ты говорила? Что ты обещала? Мы тебе поверили. Мы тебе поверили, да? Молчишь. Стыдно. Все, Валя. Кончилось наше терпение. Пеняй не себя. Мы тебе такую характеристику дадим. Какую? Обсуди все со всех сторон, коллектив считает. Правильно. Но Коркина не место. Вот именно. И пусть она-то не удивляется. Вот именно. Тут удивляться нечему. Правильно. Что ей не место на скамье подсудимых. Правильно. Чтоб... Все. Идите. Прошу всех встать, суд идет. В связи с тем, что из свидетелей осталась одна собака, суд решает дело в отношении обвиняемой прекратить. Ох, я ж говорила, не виноватая я! Ну что вы так психатри, в конце-то концов?